Мы приветствуем вас в Ереване. Это бывшая Новая площадь. Сегодня эта площадь носит имя выдающегося академика Андрея Сахарова. Отсюда начинается бывшая улица Тарханова. А с 1949 года улица была названа именем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом зале находится союз журналистов Армении. В этой части находится перекресток улиц Пушкина и Абовяна. Улица Абовяна, бывшая Астафьяна, одна из старинных уголков Еревана. Здесь находится район старого Еревана, а сегодня здесь возвышаются современные дома нового Северного проспекта. Здесь улица Пушкина пересекается с улицей, носящей имя великого армянского поэта Вагана Тайряна. Видите это старинное здание? В свое время здесь был педагогический институт имени Брюсова. В 30-х годах здесь было самое страшное здание города – наркомат внутренних дел Армении. Это моя вторая школа, музыкальная школа имени Чайковского. Я здесь учусь играть на гитаре. А здесь перекресток улицы Пушкина и проспекта Маштоца. Месров Маштоц был великим просветителем. Он создал армянскую письменность. А это известный Малхаш джаз-клуб. Его основал один из знаменитых выпускников нашей школы, почетный гражданин Еревана, джазмен Левон Малхасян. А в этом здании находится Государственная академическая капелла Армении под руководством Хованеса Чикидзяна. Это улица великого армянского художника Мартиреса Саряна. И здесь заканчивается наше путешествие по улице Пушкина. Анна Халатян и Сереб Тутхая. Студия «Твоя видеокамера» Ереванской школы номер 8 имени Александра Сергеевича Пушкина.